что это неравномерность. Такого, вот скажем, криминала нет. Чтобы вот сказать, что Кривоклёв или еще что. Вот, понимаете, вот когда увидишь Кривоклёва вот такого, вот это уже да. Вот тут уже съёк. Я ее подарил. У Орловских очень часто такой недостаток, потому что у них удобно не сильно клюв. И поэтому значит, вот с этим ничего не поделаешь. Да, его не вот я думал, что... А да. Он не выше был? Нет. Это именно недостаток. Султанка четырехпальцевая или не только пенита? Султанка пяти. И Павловская пока что спокойно, тут султанка. У меня почему-то один петух получился из четырех, но такой красавец. Дело в том, что никогда никто не видел белую Павловскую. Вдруг она появилась. Да я в курсе, что уже и Павловская белая вдруг откуда. Султанка, грубо говоря. Это мне наш Московского Анаконда, Александр. Да, пожалуйста, какой-то вот ажиотаж. У нас никогда и султанки не пользовались. Все скупили нас все. Что в этом году? И все султаны скупили. Да. Да. И потом выставили это белое полотно. И что? Ну а что? Я как судья, а та, которую представлена. Вот так сидят здесь пару. Написано, допустим, минорка. Я должен подойти и отсудить ее как минорку. Знаете, чем у меня написано. Нет, я понял, про что вы говорите. Я оцениваю. Как что отнестись? Я люди заявляют какого-то порода, скажем, помесь. Но только не знают, что. И тогда он делает. Вот я считаю, что это оцените, вот такой. Оцениваешь такой. Но часто бывает, что если вот с такими людьми, то приходишь. Хорошо, а вот к чему он ближе? Я не понимаю, что там ближе к Павловскому Павловскому. Хорошо, тогда давайте я напишу по Павловскому, примите как Павловскому. Потому что если я там помню, то все, что к Минорке, это все вместе. Все, что к Павловскому ближе. А если мы его оцениваем как Минорке, тогда все, что к Минорке ближе. Ну, грубо говоря, это слишком, так сказать, не более, я уж так вот. Я понял. Вот, ну... Что она получает? В а у Павловска должен быть полностью причина, что это не так. Нет, это я представляю, у меня есть и то, и то. Если это плохая султанка, и у нее как он стоящий вес, то она как Павловская получит плюс. Это вот дело в том, что существует, скажем, вот была задача поставлена, не помню, что точно какой породы, потому что это снизу. Самая лучшая была какая-то порода, но в этой породе, как бы, дополнительно, было что-то лишнее, искали специальный урод. Вот в той другой породе, у которого вот не было того, что нужно, он был бы кстати, мой Павловский. Он первый вылез белый, но он пока маленький, что там, родился, который нет. Ну, многие оперенные. Вообще-то это вот надо было бы сказать. Смотри, я открываю.
окрасить. Если мы откроем вот эту крылышку, хозяин все знает. То есть вот смотрите, что мы видим. Явно обрезана перья. Вот, если мы, скажем так, вот, повторю там прошлую выставку, вот так, в общем-то, выставлять нельзя. Для первой выставки. Но ты знаешь, что нельзя, что можно, но пока не знаю. Почему я ее не снимаю? Вот если бы она была подкрашена, не сняли бы, потому что подкрашена. А это делается просто для того, чтобы все это мне не стало. Потому что когда он его начинает закручивать, и он уже, почему, кстати, он достаточно спокойно сидит. И сейчас вот смотрите, я даже резко руку. Он уже привык, что бесполезно макать крыльями, никуда не улетит. Вот. Вот именно поэтому мы его не снимаем сейчас. А у меня рука не поднимается. У меня линейка, наверное. Ну а что? А что страшного? А что страшного? Мы там не прыгнем ногти. Стрит, ну жалко. Султанок вот когти, они примерно сантиметра три. Султан. Нет. Я стрит. Когда вы стрижете ногти, вы можете сделать это абсолютно болезненно, комфортно, а можете причинить очень большую боль. Если вы это сделаете аккуратно, ничего. Я к чему? Вот мы сейчас в институте, когда выводим все скрипят вообще одновременно, и поэтому для того, чтобы себе определить, конечно, мы, значит, вот здесь надрезаем вот эту перепонку. А в этом году я что сделал? Я стал, взяли мы из промышленного предприятия дебитер, это ножик, который нагревается до 800 градусов. И выстригают коготки, клювы им обрезают. Ну, клюв мы не обрезали, а коготки для того, чтобы вот, мы обрезали. Вот. Я обрезал павловский самый ценный. Вот. Я обрезал там кому-то, потом в общей стороне. А я уже тогда не подросли, я уже вот... Так вот, я ни одной птицы не продал такой, потому что это все у меня было. И что вы думаете? А это было первый год от прошлого года. Зимой в Орловской области оценил птицу и вижу меньше моих птиц. Кто-то спросил, откуда взяли? В Москве купили. Ну, ладно. Как сказали, то там... Что понятно. Да. Уже за полгода. Понимаете, вот, ну, вот да, это. Ну да, никто же ведь этого не делал, кроме вас. Кроме понятно. Меня никто, тем более, что не просто, а вот именно... Я даже помню, почему она дедикировалась. Я увидел, вот оно так и есть. Вот оказалось, моя птичка.